У меня есть нержавейка. Я из нее хочу сделать подставку для своей, для горячего штампа. Итак, приступим. Я уже определился с размерами. Опа. Все. Итак, приступаю. Буду мазать вот эту вот часть, не середину. Здесь вот эту краешность. Эту часть не будем, середины нет. Значит, так. Удобнее было бы. Как-нибудь. Руку от клея вытерли и теперь аккуратненько. Здесь у нас есть рисуночек. Три. Пришел кот на помощь. Тайсон, ты что пришел? Без тебя не справлюсь, да? Так. Только не запрыгивай на стол. Прошу тебя. Так. Вот есть тяжелая железочка. Тяжелая артиллерия, будем говорить. Так, здесь поравнять, клей убрать. Да, Тайсон. Куда там пыль, кот? Эй! Ты бы не мешал, кошак. Итак, у меня был паркет. Вот такой. Чем-то он похож. Весь переливами своими. На эту нержавейку. Ну, не знаю, где играет лучше. Вот. Ну, я решил изготовить площадку. На нее наклеивать было бы невыгодно. Высота, пришлось бы очень много сверлить для этой бутылки. Я сделал немножко по-другому. Одну из деталей
я убрал четверть. Теперь сюда. Значит, с какой стороны у нас? Можно с этой стороны, чтобы была бутылка. Хоп. Равняем. Значит, получается у нас вот такая площадка. Вешаем печать. Ставим выжигатель. Значит, у нас здесь получается толще, здесь тоньше. Здесь есть. Если вдруг нам бутылка здесь не нужна, нужна будет в другом месте. Есть другой вариант. Так-с. И не нужно нам. Со временем я увидел, что есть и другие прямые. Этот немножко как бы под наклоном у нас. Ну, если он стоит на полу, то да, он его касается. Теперь еще сделал такую вот детальку. Я не стал снимать, как я снимал фасочки, все такое. Все покрыто маслом. Пробка эта. Ставишь сюда. Ставишь сюда. Дело в том, что почему сделано так. Когда она нагревается, ручку нельзя было делать для ручки отверстия. Берешь, снимаешь, делаешь штамп, снова поднимаешь. Ты от горячего далеко. Ручка здесь хорошо держится.